Калинин Вячеслав Павлович, ветеран Великой Отечественной войны. Родился в деревне Панино Савинского района Ивановской области. Воевал с 42 года в 220-й стрелковой дивизии в отдельной армейской снайперской роте. С 44 года в 334-й стрелковой дивизии 1122-го стрелкового полка. Награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны 3-й степени, медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за победу над Германией. Попал на фронт я под Смоленск. И потом встали подошвы в оборону, это мы с осени встали, 43-го года. И простояли там до июня 44-го, начала операции «Багратион». А потом пошли наступления, Белоруссию прошли, Польшу, Германию. В Польше меня ранило здорово. В Пруссии смена частей была. Наш рота занимала оборону. Фердинанд подошел, стреляет, ничего сделать не можем. Потом ушел. Ночью, значит, нас должны были отправить на формирование, потери большие были. Один взвод нас остался. А они как-то, видно, узнали и пошли в атаку. Ну вот, прижали, что делать? А я был помком взвода в то время. Лейтенант говорю, что делать будем? Говорит, так я попробую. А тут они заняли пулемет какой-то вроде будки трансформаторной. Ну не крыши, ничего, только одно дверь, окошко и стены. Вот там у них пулемет как раз на фланге нашем. Бреет, голову поднять не дает, кончит всех. И попался я. Гранаты бросил, убили. Убил обоих. А пулемет даже стоял. Они, как видно, были, гранаты сзади упали. Пулемет даже не упал почему-то. Ну, давай этот пулемет. Все, откатили, сорвал атаку у них. Ну вот и все. Взвод спас. Я снайпером работал в обороне, когда стали подошвы. Зимой ходили на ход через день. Потому что выходишь затемно и приходишь затемно. А летом через два дня в каждом полку или в роте своя обстановка. То есть и 100 метров до немцев, есть 300, и 800 есть. И везде по-разному себя ведут. Вот как-то раз мы обнаглели, пришел я, застал. Пулеметная точка, метров, наверное, 100 всего. И он стоит, курит. Ну, это нахальцы, черт. А снайпера промазал его. Они сразу снайпера вызвали, а у них у снайпера были винтовки автоматические. А у меня неловко. Это я себя уже амбразуру не займу. Я через брустер выскочил. Насмерть промазал. Ну, закончили войну в Кенигсберг. Мы взяли Кенигсберг, больше мы не воевали. Сильные бои были. Ох, там были у них укрепления, бункера подземные. Здесь дорога проведена, и так сосны растут прямо на бункерах. Вот такие, видно, давно устроены были. Ну, крепость. Потери были большие. На подступах много боевали, были сильные бои на подступах. Каждое здание брали, фаустники много было. Танки не пустишь, группа идет впереди, разведчики. Да. Потом артиллерию потихоньку подтаскивали. У меня вот был случай в городе. Какой-то, я не знаю, консервный пункт, черт его знает. Взяли мы ранний дом. Это, наверное, 3 или 4 подъезда, двухэтажный. С Федькой Серёвым мы зашли, подвал проверить надо. А там беженцы гражданские, цивильные. Да и солдаты есть, никс, никс. Нет никого. Выходим вперед, очередь в упор. Пока мы тут ширкали, нет, уже подъезд, немцы опять заняли. Ну вот он шел впереди, очередь в упор, получил, все. Я кинул гранату, потом вторую туда, обратно в подвал, в окошко вылез. А там не знаю кто там, может они тоже заняли. Слышу, матерятся по-русски. Эй, славяне, давай еще. Чего ты тут делаешь? Я говорю, давай, вон тут уже немцы. Да где это? Да немцы, говорю, вот тебя Петьку убили.